Запустил только что комп, только проснулся. Adobe Flash Player вылез, обновиться. Охрененные просто утренние ситуации. Вот. Всем приветик, с вами Леон. Вот. И сегодня я планирую начать ряд записей вложиков, таких мини-дейликов, роликов ежедневных, в которых я буду освещать все. Всю свою жизнь. Я вчера на стриме об этом объявил. Вот, то есть буду снимать абсолютно все, что происходит у меня в жизни. Вот, я сейчас проснулся, буду снимать все, что происходит. Да. Буду, если буду сидеть дома, буду снимать все, что делаю дома. Если буду убираться на улице, буду снимать, что происходит на улице. Всю подноготную покажу, вообще всю. Вот, как сейчас выглядит мой рабочий стол. Срач тот еще, особенно вот это вот яблоко, конфетка, вот есть коровка, моя старая Sony Action камера, как на которую сейчас я снимаю этот вложик. А вот, кстати, еще и витаминки, которые пью каждый день, чтобы не спать по 15 часов из-за витаминоза нынешнего. Вот комната, в которой, собственно, сплю. Срач капец. А это лис. Мокрая башка лис. Да, и он снова к нам переехал жить. Ну, ненадолго, пока там Dark Souls его постримит. Dark Souls. Dark Souls! То есть, понимаете, у человека просто на видюха не потянуло Dark Souls. Вот он и решил, что ай, поеду к другу, на пару дней поживу, постримлю с его компа. Ну, я как бы не против, чё. О, плакат отошёл. Чё-то отошёл, но плакатик. Иголка, наверное, выпал. Нет, иголка там висит, надо ночью-то вот так вот, вот, оп. Получасовые часы, они такие стрёмные, они даже встают, понимаешь? Песочные часы, Карл, встают! Там, видимо, какие-то гранулы большие попадаются. Ему тут надо, а как из него выйти вообще? Альф 4. Только так, что ли? Ага, у меня нет выхода кнопки. Офигенно просто. Мы создали игру, чтобы вы не могли из нее выйти. Просто чтобы вы сели и играли просто до последнего, до посинения, пока не сдохнете. Нету кнопки выход, понимаете? Ее просто в параметрах, может. Ведешь наверх, появляется вот это окошко, ты не нажимаешь. Ааа, не чешуя себе. Винда 10 такая хитрая. Грустный город, капец. Делать тут нехеру. Вообще нехрен. О, головоломочка. Ёб твою мать. Жесть, это ты утром палец себе повредил? Ну вон об этом хер. Я типа такой, на балкон, радостный такой, бегу. Такой, выхожу и на нахуй вот об этом говно. Оу, вот об эту, да? Да. И чё, как, приятно? Очень. Хочешь еще раз? Я вот подумал, что надо как-то... Я тебе еще в пальцах дырки наделаю, если я карась слышу. Я тебе офигенную историю, короче, расскажу. Мама меня попросила белье повесить над ванной. Угу. То есть это надо было встать по краям, знаешь, так вот на ванну и развесить белье. Я, короче говоря, это сделал, но надо было, короче, спрыгивать, да, и там у нас плитка, ну, как обычно в ванне плитка, и она, как правило, мокрая, и там стелят коврик. Но коврика там не оказалось нашего, там должен был быть, но его не было. Я вам даже сейчас покажу, это стиральная машинка у нас. Мне ее мама отдала, купила себе новую, вот. Вот, вот это вот падла, стиральная машина, у нас очень ужасная ванна, не обращайте внимания. Значит, спрыгиваю я вот так вот. С этой, значит, ванной у меня нога подскальзывается, и вот туда вот так вот залетает со всей дури. А там, короче, ребята, где-то вот здесь вот, и вы, наверное, ну я не смогу вам показать, здесь металлическая плашечка стоит. То есть там вот этот вот... А уступ, он пластиковый, а чуть-чуть туда, там еще один, чуть пониже, и он металлический. И у меня палец вот этот вот подскальзывается и прямо со свистом туда. Сейчас буду вам ноги показывать, да, и вот, короче, вот так вот, а там вена. Ее, короче, так рубануло, и кровь такая потекла, и вот так вот, знаете, формочкой ногу начала вот так вот обливать кружком.
16 ноги показывать. Ну, да. У меня мама, давай паниковать, бегать. Скорую звонить, бабушку вызывать там. Со всякими ее народными лечить. Значит, достаю просто тупо ватную палочку с покерфейсом. Там еще рядом какой-то хлоридоксид, что-то в таком духе был. Обработал тут же, раз, я перебинтовал. Смотри, где-то вот у тебя. То есть ты их просто выпиливаешь отсюда. Чтобы смотри, какие они. Чтобы в следующий раз... Ну, я тогда насмотрелся, как у меня просто родственники бегали по всей квартире, типа, кровь, кишки, Ну, шрам остался, да. А мне детство кирпич на ногу упало. Это многое объясняет, друг мой. А вот и Алена. Она пришла, и знаете, что мне купила? Липтон чай, господи, какой я довольный. Это звучало как реклама, но мне пофиг вообще. Что я люблю, он такой холодненький, вкусненький и менее вреден, чем Кока-Кола, да. Вот. Ну еще есть, конечно, вот тогда вода Байкала, тоже реклама. С учебы пришла. Че, как на учебе? Мы смотрели целый час обращение Путина к народу. В кого? В этого? В оборотня? В оборотня, но обращение. Но, типа, итоги 15-го года, то, что он отвечает на 16-й. Целый час собака Путин. Я работаю. Сегодня? Ну не, я не знаю, он сказал, что ему сегодня нужен человек. Пусть дает работать или нет. Я буду работать. А Алена устроилась на работу. Да, в процессе еще. В процессе еще. Это будет интересно, кстати говоря, посмотреть. Вы типа... Приходите. Я приду и поговорю с твоим работодателем. Нет, папочка не тот. Я буду очень строг, чтобы все по договору было. Какой договор? В смысле, какой договор? Я не уверена, что он там будет. Леп, перестань, пожалуйста. О, это что, это ты сама нарисовала? Да. Это сегодня? Мы сегодня на парах слушали обращение Путина. Вот смотри, какое левое обращение. Так что... Постоянно всякую херню снимать. Я тебе буду постоянно всякую херню снимать. Абсолютно все. Все, что я буду делать, абсолютно первое, что приходит в голову. Я хочу и гимнаст играть. Лапшу жрёте. Ну, нам, мы не знали, что поесть. Взяли, съели наши. Пошли в магазин, купили себе еды, покушали. Точно! Черт! Я думал, что такое? А денег нету, во, я придумал отмазку, денег нет. Ну, потому что реально денег нет. Это же iPhone. iPhone говно. У Алены сломался телефон, и она взяла мой iPhone, чтобы использовать его как основной мобильник. Но она так сильно этого не хотела делать, потому что она говорила, что iPhone говно. А сейчас она с ним ходит и говорит, что iPhone говно. В принципе, ничего не изменилось. Самая проблема вести такие ежедневные влоги в том, что нужно привыкать постоянно держать камеру на готове, чтобы что-нибудь интересненькое заснять. Лев! А тебе моя шапка. Лев, почему ты бежишь? Я не знаю, почему я бегу. Почему ты бежишь? Почему мы бежим вообще? Алена говорит, если вот просто идти по улице, то ничего путного снять не получится. А я вот... Говорю, что нет, всегда есть что-то интересное, что можно снять. Вот, допустим, кто это? Я не... Уличный ларек, короче, он продает помидорки, все в таком духе. Ну и все, собственно. Ну, интересно же. Вот и все, интересно же. Мотоциклисты. Что ты делаешь? Я вырываю у тебя волосы из лица. Шикарно. Аленин работодатель устраивает Алену на должность кальянщика. То есть Алена у нас потом будет классные кальяны делать, вот такие. Хоть отдельную рубрику запускай, но потом, я думаю, ты будешь просто отменно все делать. Вот. Значит, и находится все заведение, в котором она будет работать, вот здесь. Да, это у нас везде такая пустошь. А это, кстати, морг, а вот это роддом. Серьезно, это морг? Ну не это, вот за ним морг, вот кусочек. Значит, это хрена морга в городе, ты не обращаешь внимания? Я знаю, только два. Не, ну вот это один морг, а там рядом со мной патологоанатомическое отделение, там их скрывают. А, то есть их сначала отсюда туда, оттуда сюда. Наверное. А оттуда сюда, туда, сюда, короче. А это химчистка. Хорошо ходить по свету, с пулей в голове, и еще одну для друга оставить с собой про запас. О, там стоит Мерседес. Заведение это знатное. Какая-то кака тут на линзе, блин. Вот. Это Lexus. Это Lexus. А, мы открылись. У-у-у! Ну ладно, будем знакомиться. О, нифига себе, тут только глянь, какая обалденная это.
прям ворота такие, знаешь, как будто опускаются. Чисто декор. Оказалось, это заведение только что открылось. Буквально сегодня. Очень интересно. А я уже успел познакомиться с владельцами. Все зависит от того еще, что ты будешь какой инструмент использовать для того, чтобы делать дымопец. Соответственно, если это будет какой-то табак, который не боится температуры, значит, ты делаешь много дырок маленьких. Если это температура не боится температуры, как в скальпаке, соответственно, делаешь поменьше, то есть пореже. Все, поставили колпачок, немножко подождали. Кальян отпал кальянчиком. Вот, и поэтому ты... Вот видишь, он тоже как слабо затягивается. Я человек не курящий, поэтому мне... У тебя это психологический блок. Почему? Потому что человек, когда курит сигареты или еще что-то, это связано больше с углекислым газом. Ох, у меня голова закрылась. Это углекислый газ. Если ты куришь кальян, это не углекислый газ, не продукт горения как такового, это отделение... глицерина, вот, при преобразовании глицерина из жидкого в состояние пара. Вот, это не дым, как от сигарет, это пар глицериновый, сдобренный. То есть это для здоровья как таковое? Это вредно, потому что в нем есть никотин, в табаке используется никотин. Ну и затягиваешься. Да, и затягиваешься, да. Все, что связано с твоими легкими потусторонними вещами, типа дыма, это все влияет вредно на здоровье, конечно. Я, короче, не знал, как показать мне, потому что села батарея. Вернее, не батарея, а кончилась память. И капец, я вот просто впервые вижу. Знаешь, вот в Америке ходят с тележкой из-под супермаркета бомжи. Mm-hmm. Вот, я вижу что-то, нечто подобное у нас в Рашке. Я думал, такого у нас нету. По крайней мере, в нашем Мухосранске точно. А тут прям, прикинь, ходит. К сожалению... Экшн-камера, в чем ее минус, я не могу зумировать. Приходится вот такими вот способами. Ну, чё, ходит, блин, с коляской тетка, собирает всякий хлам, всякий мусор. Что-то куда-то идет, собирает себе на хату, наверное. Вот так вот надо на хату собирать, Лев, а не как мы с тобой. Да, надо так на хату собирать. Алена проводит ивент на нашем раз-сервере. Ассасинка-охотница бегает. Блин, на фоне... О-о-о! На фоне Лис, его стрим, просто соседние. А, давай, ты можешь, ты сильнее, ты можешь. А у Лиса на фоне бомбит вообще. Блядь, вот столечко, сука. Попадаешь. Нифига себе. Блин, чувак, не стреляй. Можно, если... Помогите, нас рейдят. О, они такие милые. Бояки мои. Я, в общем, снимаю сейчас вот это все добро на вот эту экшн-камеру, и в данный момент еще идет стрим. Вот, то есть, чтобы для тех было ясно, потому что это запись потом пойдет на основной канал в качестве фрагмента из влога. Вот, и я, значит, рассказываю новость о том, что я все-таки надумал делать... Попрессовался. Да не, какой нет? Что это, блин, вообще? Да нормально, скатил. В общем, то, что тот самый проект, о котором я говорил, мол, 30 дней снимать все, что попадает в объектив моей экшен маленькой вот этой ручной камерки. Вот, я вам покажу поближе. Вот. Да. Значит, буду все опубликовывать в течение 30 дней каждый день. И Фимка 300 рублей задонатил. Лис, не Кайлева. Как дела? Ай, нормально, Лёва. Спасибо, ребят. Алёна курит, Алёна употребляет. Вот, так что ждите, в ближайшее время очень часто, каждый день будут выходить влоги. Эй, Булдэй! Эй! Не знаю, да хрен с ним. Да. Спасибо большое, Rainbow Dash, прям от души приятель. Есть ель, а есть березка. Люблю березки. Ты что хотел сказать-то? Я уже сказал, вы там пока А что ты сказал-то? Нормально, блин. Нету, значит, уже это... Ну, вы интересные. Ну, так что ты там рассказываешь? Я говорю, что... Ребятки, в общем, у нас только что закончился штрим. Наш штрим. И Алена, вот у нее просто вот в краску сейчас вливается, прям в помидорную, в цвет помидора.
Вот, и я думаю, я не буду вам говорить, я немножко сохраню интригу, почему. Я тоже немножко сейчас такой сижу, я такой, о боже, что ж произошло на этом стриме, вы бы видели. Я вырежу отдельный фрагмент, я зарю его отдельным роликом, но просто вам интригу сохраню и скажу вам, это было... Так? Неожиданно. Это было неожиданно, господи, я не могу. О, ну это было круто. Это мне понравилось. И реакция подписчиков, то, что они там как реагировали на это все, это, безусловно, тоже дорогого стоит. Вот, но у нас уже получается 1:15, вы можете взглянуть вот прямо вот сюда вот. И мы устали, конечно, сейчас пойдем спать, и я решил захавать просто вот это вот чудо. Бутербродище. Этот бутерброд. Давайте даже посмотрим, что внутри. О, ужасы! Видишь, какая гадость. Там цыпленок и говядина. Да, так и живем. Вот, поэтому на этом, ребятки, всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам нравится. Всем удачки! Подписывайтесь на каналчик. Всем тортик.